это у нас парусник Леви. Называется бабочка. Она из Южной Америки. У нас все бабочки южноамериканские. Вот. Проживают они в тропических лесах Амазонки. Живут они 5-7 дней. Некоторые виды проживают до 2 недель. Это у нас вид называется голубая морфа. Появляются они у нас здесь на свет естественным путем из кокона. Все коконы у нас живые, настоящие. Эта бабочка называется у нас белая морфа, а это у нас совиные глазки. Это парусник Леви, девочка. Это вот голубая морфа. Питаются они так же, как все бабочки у нас пыльцой и нектаром в естественной среде. А здесь мы их кормим апельсинчиками. Сами сажаем бабочек, потому что бабочки у нас не имеют чувства обоняния. У них есть специальные рецепторы на кончиках лап, которыми они все чувствуют. Когда они стоят у нас на апельсинчик, вот, то они понимают, что находятся на еде, распускаются на хоботочек, только после этого они начинают кушать, как через трубочку пьют сок и кушают. Эта бабочка у нас называется комета Сатурния. Живет она только на острове Мадагаскар и у нас. У нас подходящий климат. Здесь мы поддерживаем определенную температуру и влажность, при которой наши бабочки могут как можно дольше жить. За все время своей жизни она ничем не питается. Живет на 7-10 дней. Вот. Это бумажный змей, вид называется. А вот такие бабочки появляются у нас, когда гусеничка плохо питалась. У нее недоразвитые крылья, летать она не может. Естественно, все такие бабочки погибают. А здесь мы их можем сами пересадить на апельсин, и она поест у нас. Вот. Называется это припона-домофон. Такая бабочка. Также у нас есть покатоконная махитти, самая большая тропическая южноамериканская бабочка. Называется она атлас из отряда павлиньих глазок. Вот. Тоже ничего не кушает за время своей жизни. Но живет меньше, чем комета, живет 5-7 дней, и размах крыла некоторых особей достигает 26 сантиметров. Является самой крупной. Такой вид бабочки называется у нас парусник Полину. В чем особенность этого вида? В пигменте содержится молекула воздуха. При попадении прямого луча, источника, точнее, света или луча солнца, вот, преломляется на два спектра, либо голубой, либо зеленый. Она меняет свой окрас при определенном уже положении. Это вот тоже припона домофон, но она в закрытом состоянии сейчас. У совиных глазок тоже есть особенность. У них на лапах есть специальные крючки. Они ими закрепляются за кору дерева, застывают. И в таком неподвижном состоянии они находятся достаточно долго. Если они чувствуют опасность, вот. Поэтому, когда птица пролетает мимо, потому что основные хищники на бабочек это у нас птицы. Птицы думают, что это либо сова, либо другая крупная птица, и пролетает мимо. А бабочка спасает себе таким образом жизнь. Они у нас все ночные, очень любят источники света, лампы, а это настоящие коконы у нас. Активность повышается у бабочек наших в ночное время суток, в дневное они более спокойны.
Это что за бабочка? Это у нас птицекрылка, называется. Почему ее так назвали? Когда она у нас трепещет крылышками, очень похожа, как вот, ну, примерно. Как будто птичка. А, спит. Вот. Ну, золотистая, потому что она имеет желтые вставки в крылья. Ну, вот, как колибри, видите? Очень часто. Порхает, да, и поэтому птица крылка. Крылья птички, птицы. Они в спящем состоянии? Ну, полуспящем, да, получается. Потому что все равно биологические часы у них присутствуют. Инстинкты у них все равно сохранились. Это тоже парусник или девочка, вот эти три штучки здесь. Это совиные глазки. Вот. А это у нас парусник. Лимонник. Ой. Улетела. Бывает. Спятый. Маленькая очень бабочка такая. Круглый. А вон еще какая-то сидит. Вот, я про таких бабочек рассказывала, что они у нас не летают. То есть она может слегка попорхать, но не летает. Крылья неправильной формы, гусеница неправильно питалась или вообще не ела. Ну, вот, то, что нужно. Поэтому вот такой формы. Фруктами питаются? Фруктами питаются? Они питаются у нас апельсинами. Вообще, я читала еще, что они любят мангившие листья бананы, бананы, фрукты, клубника, вот такое вот. Готовить надо слететь. Влажные люди, да? Влажность поддерживается определенная, да. На вас бабушку, посади. У меня? Да. Зачем? Не знаю, может быть, ты хочешь послать поближе. Да, я и так лежал. Прячется. Самый большой кокон от чей? Значит, светленькие, которые двойные, вот первый слой как бы защитный идет. Это гусеницы делают специально, чтобы защититься от птиц. Они такие коконы подвешивают либо в корнях деревьев, либо на дереве. Из них появляются кометы Сатурнии. А вот из тех рыжих, волосатеньких, с листочком с одной стороны, появляются у нас атласы. У каждой бабочки свой кокон, получается, у каждого вида. Здорово, какая. Тоже совиные глазки. Все посмотрели.